Между тем, президент Украины заявил сегодня, что время перемирия Киев использовал для переоснащения армии. По словам Петра Порошенко, их приводит агентство «Интерфакс», боеспособность вооруженных сил восстановлена. Сегодня Порошенко выступил в Житомирской области на очередной церемонии передачи войска различной техники, бронемашин, стрелкового оружия, а также боевых самолетов. И все это вот-вот отправится на юго-восток. За последние 30 дней мы передали вооруженным силам более 400 единиц техники. Вся она выпущена на предприятиях концерна «Укроборонпром», которые были переведены на трехсменный режим работы. Все предприятия обеспечили надежную поставку комплектующих и запчастей, провели надежное обучение. Техника будет выдвигаться в зону антитеррористической операции. На очередной церемонии передачи войска различной техники, бронемашин, стрелкового оружия, а также боевых самолетов. И все это вот-вот отправится на юго-восток. Их приводит агентство «Интерфакс». Боеспособность вооруженных сил восстановлена. Сегодня Порошенко выступил в Житомирской области. Между тем, президент Украины заявил сегодня, что время перемирия Киев использовал для переоснащения армии. По словам Петра Порошенко, дали вооруженным силам более 400 единиц техники. Вся она выпущена на предприятиях концерна «Укроборонпром», которые были...